Детские книги – это целый мир, в котором сосредоточено все самое интересное и непознанное. Вспомните, как, будучи ребенком, вы с предвкушением чего-то волшебного снимали с полки очередную книгу и увлеченно принимались за чтение, и мир вокруг вас просто переставал существовать. Сегодня мы побываем в поистине сказочном месте – книжном клубе писателей, где познакомимся с одним из белорусских детских авторов Еленой Стельмах, узнаем, в чем волшебство детской книги и почему спустя время многие взрослые вновь возвращаются к полюбившимся произведениям. С вами Алина Невойна, и это «Мода на культуру». Книга бесценна для ребенка во все времена. И несмотря на увлечение гаджетами, она по-прежнему расширяет его представление о мире, знакомит с вещами, природой, всем тем, что его окружает. Вначале ребенок знакомится с книгой благодаря родителям, дедушкам, бабушкам. А затем он сам начинает познавать мир букв, слов и мыслей. За чтением книг ребенок развивает свое мышление. Она будет как мысль, так и воображение. Приучает к усидчивости, заставляет думать и анализировать. Среди наиболее известных детских авторов первыми приходят на ум Самуил Маршак, Корней Чуковский, Агния Барто, Марк Твен, Астрид Лингрен, Ганс Христиан Андерсен. Великие сказочники всех времен и народов. А 2 апреля, в день рождения Андерсена, даже стали отмечать Международный день детской книги. Республика Беларусь также богата на авторов. Здесь детская литература берет свое начало еще с давних времен. От фольклора, сказки, колыбельные, загадки, песни. А формирование как жанра литературы относится к XVI веку, когда на белорусских землях возникло книгопечатание. Именно со сказок начинается знакомство детей с литературой. Сюжеты «Колобка», «Репки», «Курочки Рябы» и других произведений понятны даже самому маленькому слушателю. Ведь, как сказал русский и советский писатель Алексей Николаевич Толстой, «Сказка – это великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам. И через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история народа». Елена Анатольевна, добрый день. Добрый день. Расскажите, кто впервые познакомил вас с книгой и был проводником в мир художественной литературы? Это моя бабушка. Мое детство прошло в деревне, а бабушка была школьной учительницей. И, конечно, она учила учеников, и ей очень хотелось, чтобы и внучка была же такой умной, такой любящей читать книги. И я очень помню те вечера, когда за окном вьюга, а мы с бабушкой на печке, и она мне рассказывает сказки. Наверное, для каждого в жизни это самые значимые моменты, когда слушаешь бабушкины сказки, когда слышишь мамины колыбельные. С этим растешь и с этим идешь в большой мир. Чтобы писать детские книги, нужно быть ребенком в душе. А как у вас происходит процесс написания книги? Вы сразу знаете, о чем будет книга, или это какое-то спонтанное действие? Я беру на себя смелость утверждать, что все мы взрослые, мы тоже дети, потому что в душе мы все равно остаемся теми же трепетными, теми же чувственными людьми. И, конечно, тот мир, который ты познаешь в детстве, окружает тебя и прежде, но большие дела, которые ты собираешься свершать, будни, которыми ты очень занят, кажется, что делают тебя взрослым. И для меня вот это ощущение мира, его полнота, его многообразие и становится предметом для того, чтобы создавать произведение. У вас есть цитата: «Писать книги для детей – это быть немножко волшебником». А в чем волшебство детской книги? Мне кажется, что волшебство – это наши мечты. Мы думаем о том, что что-то происходит невероятное, сказочное, а на самом деле мы просто хотим, чтобы это случилось в нашей жизни. И ведь сколько есть произведений, классиков нашей детской литературы, которые и не только детской, фантастов, произведений, которые впоследствии стали явью. Поэтому фантазия, фантастика – это то, что ты хочешь, чтобы произошло. А что сопутствует успеху детской книги, на ваш взгляд?
Я думаю, что слагаемых здесь много. Очень большое значение имеет, как книга оформлена. Вот почему мы, писатели, очень ценим своих соавторов, художников, иллюстраторов, которые помогают детской книге оживать. И когда происходит гармония, то, о чем написал писатель, и то, как иллюстрировал ее художник, так и воспринимает ее читатель. Иногда в моих книгах случается еще большее чудо, чем придумываю я, потому что такими прекрасными, такими чудесными представляет моих героев художник. И я сама, когда вижу эти иллюстрации, я просто восхитительно ахаю от того, что я вижу. А проводите ли вы творческие встречи со своими юными читателями и их родителями? Когда книга готовится в печать, писатель, художник, издатели, работники типографии. Мы все прикладываем огромные усилия для того, чтобы вышла книга. Но стоит книге появиться на свет, как она начинает жить своей жизнью. И, конечно же, для писателя встречи с читателями – это очень важное дело, потому что ты видишь глаза тех, кому ты отрисовал свою книгу. Ты видишь их ощущения, их эмоции. И очень приятно, что вот я, как писатель, оказываясь в такой среде, накапливаю эти эмоции. Нередко читатели подсказывают писателю, а как можно было бы по-другому сюжет придумать. И нередко продолжением каких-то историй именно становятся такие встречи с читателем. Сегодня внедряются новые информационные формы подачи материала, например, книги-квесты. То есть книга перестает быть просто книгой как таковой, с увлекательной, интересной историей. Вот что вы думаете по этому поводу? Я не только думаю, но я и осуществляю эти проекты. Например, наш совместный семейный творческий проект под псевдонимом Ева Нем как раз этому и соответствует. Это две книги «Большое представление для Сонечки» и «В гостях у Франциска Скорины». И в этих книгах после каждой главы есть увлекательные викторины, конкурсы, загадки. То есть читатель не только знакомится с нашими героями, но становится и соучастником тех историй, которые проживают эти герои. Конечно, очень важно сейчас и то, как книги звучат аудио. Например, вот одна из моих творческих работ включена в школьную программу «Дуб и ворон». И в исполнении нашего известного артиста Олега Винярского книга звучит в записи. И поэтому вот это созвучие текста и языка позволяет понять, насколько наша белорусская книга, белорусская литература красива и как вот надо любить свое национальное. В моем детстве главными темами были темы добра, гуманизма, взаимопомощи, сопереживания. А о чем пишут современные белорусские детские авторы? Гуманитарные ценности остаются для писателя неизменными. Писатель, ведь он создает произведения не только вот, живя в одной стране, но он пишет так, что ценно для людей всей земли. Вот почему и книги писателей переводят на другие языки. Это говорит о том, что ценность труда писателя важна для каждого читателя. В 21 веке книга заменяется виртуальным пространством. На ваш взгляд, как вот этой вот напечатанной книге до сих пор удается сохранять свою популярность? Она и будет оставаться за книгой, это популярность, потому что книга – это то, к чему можно вернуться, то, что не тратит свои ценности через годы. Книга – это то неповторимое ощущение, которое дает мир книжных героев и вообще самой книги. Поэтому очень хочу, чтобы вот такие семейные библиотеки были семейными ценностями, которые передаются из поколения в поколение.
Книга – это не только удивительные истории о приключениях смелых и отважных. Это еще и красочные рисунки, которые будят наше воображение и запоминаются на всю жизнь. Это дело рук художника-иллюстратора, проводника в мир детской литературы, благодаря которому строчки, еще непонятные маленькому читателю, обретают яркие и волшебные образы. Екатерина Першина уже более 10 лет занимается искусством иллюстрации. Своими яркими рисунками она украсила порядка 15 книг. Екатерина – художник-иллюстратор популярно-образовательного издания «История олимпийского руху для кожного» «Худшей, вышей, мацней», а также комиксов по технике безопасности в рубрике «Для самых юных» журнала «Юный спасатель». Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Вы художник-иллюстратор детских книг. Расскажите, в чем особенности и отличительные черты иллюстрации детских книг от других жанров? Наверное, на этот вопрос и легко ответить, и сложно, потому что, во-первых, все книги очень разные. Даже среди детских книг попадаются очень разные, так скажем, и по глубине, и по какому-то посылу, по какой-то идее. Но я считаю, что в детских книгах все-таки больше прослеживается какое-то вот ощущение доброты, какие-то нам очень знакомые ощущения с детства, какие-то очень трогательные и какие-то очень глубинные чувства обычно вызывают детские книги. Как рождаются ваши иллюстрации? Вот вы знакомитесь с текстом, и что происходит потом? Каждая книга – это свой такой немножко мир, и каждая книга, можно сказать, получается по-разному. Чаще всего я в голове обдумываю какие-то стилистики, как это будет нарисовано, как это будет воплощено там, с помощью компьютера, либо с помощью каких-то живых материалов. То есть чаще всего у меня есть какая-то задумка, и читая текст, я уже убеждаюсь в том, что да, точно, вот это у меня будет нарисовано там карандашами, там, а вот это я хочу там нарисовать там так, а тут я хочу попробовать такое. И чаще всего, читая текст, это, в общем-то, самый такой долгий, можно сказать, этап создания книги, потому что я словно захожу в этот текст как будто в какое-то пространство и чувствую себя там как-то вот, как будто я там внутри. Кого сложнее рисовать, добрых персонажей или злых? Для меня очень сложно злых, потому что я почему-то всегда думаю о том, что все герои должны быть милыми. У меня даже вот какие-то там злые персонажи всегда меня просят как-то более их усилить, их вот такой злой нрав. И мне это всегда как-то тяжело дается. И когда даже вот я нарисую какую-нибудь там злую бабу-ягу, и, там, грубо говоря, и мне все равно кажется, что надо ее сделать помилее. Поделитесь, как возникло ваше творческое сотрудничество с Еленой Стельмах? Это случилось, на самом деле, чудо для меня большое, потому что Елена Анатольевна сама мне позвонила. Она мне тогда предложила сделать книжку про Франциско Скорину. Вот это была наша первая совместная книжка. И с тех пор мы с Еленой Анатольевной сделали уже, наверное, книг 5. Вот. Детские книги – это про волшебство и чудо. Получается, вы иллюстрируете чудо. А есть ли место чуду в вашей жизни? Очень хорошо сказал и говорит об этом периодически Юрий Борисович Нарштейн. Прекрасный человек, создатель «Ёжика в тумане» и многих других произведений. Он всегда говорит о том, что нужно всегда оставаться ребенком с таким вот любопытством смотреть на мир. И я, когда уже выросла, стала большой и взрослой, я поняла, что у меня это получается само собой. То есть я вот иду и замечаю какие-то там, не знаю, вот дерево красивое, там вот в луже там что-то отражается. То есть я не такой маленький исследователь, который вот каждый день идет по привычным местам, но видит что-то вот какое-то, что-то особенное. В каждом возрасте книга интересна по-своему. Вот в чем вот эта ее магия детской книги, на ваш взгляд? Магия именно вообще книги, ну вот для меня, я могу сказать опять-таки свой опыт, что я всегда вот считала, что книга – это такое что-то, вот оно почему-то такое маленькое, плоское, но тем не менее открываешь, а там прям целый мир в ней, и каждый раз разный мир. То есть меня это очень поразило, и мне кажется, что ты открываешь, и ты не знаешь, что там будет. Это тоже своего рода такое путешествие, исследование. Сегодня белорусская детская литература продолжает плодотворно развиваться, пополняясь не только новыми произведениями и именами молодых талантливых авторов,
но и инновационными формами подачи материала. Однажды у Альберта Эйнштейна спросили, как мы можем сделать наших детей умнее. Его ответ был на удивление простым, но таким мудрым. Он сказал, если вы хотите, чтобы ваши дети были умны, читайте им сказки. А если вы хотите, чтобы они были еще умнее, читайте им больше сказок. Люди, к счастью, продолжают следовать этому ценному совету, не просто перечитывая известные всем произведения про Колобка, Ивана Царевича или принцессу на горошине, но и создавая свои собственные, новые. Когда-нибудь мы станем достаточно взрослыми, чтобы снова начать читать сказки. Не спешите взрослеть, читайте отечественную литературу и следите за модными тенденциями в культурной жизни нашей страны. С вами была Алина Невойна. И помните, быть культурным – это модно. Увидимся через неделю. До новых культурных встреч!